Отворот также используется как способ забыть любимого человека. Если того требует ваше желание и ситуация, то вы можете воспользоваться такой услугой, провести обряд отворота для того, чтобы забыть человека, для того, чтобы снять те чувства, которые у вас есть к этому человеку. То есть вы хотите разорвать отношения с человеком, но вы не знаете, как это сделать, потому что у вас идет конфликт между чувством любви к этому человеку, привязанности, и в то же время вы понимаете, что вы просто уже физически с ним быть не можете, не хотите, и хотите идти дальше и закончить эти отношения, которые у вас уже порядком достали. В таком случае отворот выполняется на вас и на человека, который находится с вами в отношениях. В таком случае работа выполняется для того, чтобы снять чувства с вас и с человека. То есть человек перестает испытывать к вам интерес, и так как у вас эти чувства тоже снимаются, у вас пропадает чувство любви, чувство необходимости в этом человеке. То есть вы перестаете в нем нуждаться, нуждаться в этих отношениях, и таким образом можно мягко разойтись с тем, кто вам больше не мил, не дорог, и хочется идти дальше. Но самостоятельно этот вопрос решить у вас не получается, и вы боитесь того, что вы будете страдать после того, как разорвете отношения, или вы уже пытались их разорвать, но по какой-то причине вы снова либо прощаете человека, либо каким-то образом сами возвращаетесь к нему, потому что вас тянет, и вы ничего с этим сделать не можете. В таком случае снимаются чувства с вас и с вашего любимого человека, которого вы уже не хотите видеть в своей жизни, с которым не видите никакого будущего и хотите идти дальше. Такой случай требует также выполнения такого обряда. Также в прошлом видео я уже говорил про то, какое влияние оказывает эта работа, этот обряд, но не сказал про случай, когда вы хотите избавиться от человека, который преследует вас. То есть у вас никакого чувства любви к человеку нет, у вас нет никакого желания строить отношения с тем человеком, который вас достает. То есть это может быть и какой-то ухажер, какой-то человек, который знает, где вы бываете, где вы живете, и постоянно вас терроризирует своими попытками построить с вами отношения, завязать какой-то разговор, как-то вывести вас на чувство, на какую-то эмоцию, чтобы в дальнейшем либо воспользоваться вами, либо построить какие-то отношения. Но в случае, когда такие отношения вам не угодно, и в принципе вас достал этот человек, можно воспользоваться отворотом, и тогда те чувства и то влечение, то желание достать вас, быть с вами, можно убрать таким образом. То есть делается отворот, и человек просто перестает испытывать к вам чувства, которые испытывал, и перестает вас доставать. Это второй случай, который я не разобрал в прошлом видео. Если вы его не видели, можете его посмотреть. Ссылку я укажу в верхнем углу. Вы сможете перейти и ознакомиться с тем, как действует отворот, в каких случаях его стоит делать и какое влияние он оказывает на человека. Есть
случаи, когда есть случаи, когда отворот выполняется на заказчика и только на него. Это касается той неразделенной любви, тех чувств, которые образовались у человека за время общения или за время наблюдения за каким-то человеком. То есть он не может избавиться от мысли, что хочет быть с этим человеком, но в то же время он понимает то, что этим отношениям быть реализованным не судьба, и он не хочет с этим ничего делать, не хочет бороться или, в принципе, хочет избавиться от этой мысли, идти дальше и построить отношения с кем-то другим. Но избавиться от своих чувств он не может самостоятельно, и постоянно это его чувство любви терзает, чувство необходимости в этом человеке. Но своей головой он понимает то, что этим отношениям не стоит продолжаться, не стоит вообще, в принципе, начинаться, если их не было, да? То тогда, если, допустим, любовница не хочет вмешиваться, разрывать семью, там, уводить мужа от жены, от детей, разбивать семью, хочет просто снять отношения. Причем он-то этого не особо хочет, или он там, может, говорит об этом, что он не готов к таким действиям, да, такое часто встречается, и любовница хочет просто снять вот это чувство любви, избавиться от этих чувств, тогда делается отворот на нее от этого конкретного человека, и чувства снимаются в течение того же, в принципе, времени. Работа выполняется, и здесь, правда, довольно быстро наступает результат. То есть в течение 2-3 недель после того, как работа закончена, человек перестает испытывать необходимость нуждаться в общении с этим человеком и испытывать к нему чувства. Такая работа также называется отворот. Это третий вариант, про который я в прошлом видео не рассказал вам. Такие работы заказывают, они пользуются высокой эффективностью, и в индивидуальном порядке разбирает ситуацию, которая возникла конкретно у вас, то, что у вас происходит. Если вам необходимо получить такой результат, то тогда обращайтесь за консультацией, за просмотром вашей ситуации, чтобы можно было оценить, что можно сделать в вашей ситуации, можно ли сделать такую работу на вас, на вашего любимого человека, и либо на человека, который вас преследует и порядком надоел. Смотрите видео на нашем канале. Будет интересно. Всем пока.